Возврат незаконно выведенных активов обсудили участники выездного заседания Комитета Сената по конституционному законодательству. Отмечается, что на сегодня государству возвращены более 700 миллиардов тенге. Сенаторам сотрудники Департамента экономических расследований рассказали о деятельности агентства по финмониторингу. На сегодня в стране начато 81 досудебное расследование в отношении 11 преступных групп. В доход государства от их деятельности возмещено почти 23 миллиарда тенге. Помимо этого, ведомство усилило меры контроля за проведением трансграничных финансовых операций. Хотелось бы отметить о том, что мы констатируем о том, что в целом государственными органами проводится достаточно серьезная работа по возврату активов. Цифры говорят сами за себя. Это возвращено государству порядка 760 миллиардов тенге, из которых это порядка 540 миллионов долларов США, которые будут направлены по поручению главы государства на дальнейшее развитие социальной сферы, строительство школ, поликлиник и так далее.